5 небольшой. О, какой небольшой леночек. Отпустим. А? Ага, эн, лын. И кины уйдем. Крылыры. Говорил, Яныч интересуется, на какую блесенку ловишь. Это блесна от Вячеслава Купреева. Чисто черная блесна с красной. Добавлением красного. Есть. Стоять бояться. Вот такой красавчик, еще один попался. Крючочек аккуратно отцепим. Ребята еще ничего не поймали. Ихнюю долю тоже забираем. Вот. Ну что, есть улов? Ничего не поймали, что ли? Как так-то? Вы чё, Индин, да? Манна. Буманна, он. Есть удар был. Хороший лимба. Вообще хороший. Подсадчика нету, да, конечно. Подсадчика нету, да. Вообще хороший лимба. Может, измотается маленько. Может, измотается. Олдики-то. Турара. Хаванылар. Хаванылар. Берег хавранка.
Удочка, ура, гей. Ага. О, какая красота. Вот это ленок так ленок. О, какой ленок. Вот это ленок. О. Так, два сапога. Ну нафиг. На хандра охтон тюстях пинаны. Сейчас вот. Уговорил я, сейчас сапоги короткие, поэтому одалживаем ему сапоги. Сейчас ему одолжим сапоги. Владислав Дмитриевич сапоги оденет и перейдет. Ну вот тут пару, один переход всего, поэтому не стал сапоги брать. Зачем большие сапоги брать, если... Есть два сапога. Правильно? Два сапога пара. Вон маленькие мальки стоят, вот. Посмотрите, как они прячутся под этим, под камнем. Вон, как много. Вода прозрачная, поэтому все насквозь видно. Бума натурал ларганя. Ага, не хен корена, ага. Ребят мучает жажда, они мочат голову и лица. Ну вот и добрались с боем до места рыбалки. Все уставшие. Вода такая теплая, аж купаться захотелось. Но это не так. Просто мы горячие. И очень тепло, очень жарко сегодня, 26 градусов. Минимум. Наливай чайку всем. Всем наливай чайку. Горячего. А, чай горячий.
Аны короток тустан берехтает ведь беги. Чай. Сейчас мы импровизированный холодильник выкопаем ножом. А для чего еще нужен этот кусок железа? Якуту. Чтобы делать им все в лесу делать. Вот мухи уже летят на запах. От мух это все делаю, чтобы потом сюда мухи летели. Дерево. Его потом этого им. Земля прозрачная, прохладная более-менее. Вот я выкопал буквально минут за 20, вон, уже до мерзлоты. Снег этот, землю ножком. Там уже вот дальше, видите, нож не идет, там уже мерзлота. Вот. Поэтому даже без лопаты можно выкапывать ямы. Главное, чтобы у вас нож был. Сейчас температура мешка опустится маленько. Ну, об остроте уже говорить что-то сложно, но тем не менее. Вот. Так, пришли на табор. Еще дороже надо делать после таких походов. Поджигай. Жендик улахаттар маны мой каялдыктар. Сейчас, минутку. Да ты чё? Кто это был? Когда не пробургай дать? Не может быть. Как такую большую рыбу проморгал, а? Говорил Яныч, непростительно вообще. Это вообще непростительно тебе. Непростительно, как такую большую рыбу выпустил. Еще и единственную. За весь день. Свою. За весь день. Че, серьезно что ли? Там есть рыба? Интересная гипотеза. Ватсон. Пацачек Танра, давайте-ка. Ну, говорил Яныч, поймал фишка. Фишка поймал. Теперь его надо вытащить. Мало его поймать. Его надо вытащить.
Загон, загон, загон. Хомень, удочка. Удочка, хомень. Под лодку не надо уходить. Ты чё? А, хороший. Хороший, хороший. Нам тоже, надеюсь, повезет когда-нибудь. И мы поймаем такого же на удочку. Вот. Есть? Клевает, что ли? Да ты чё? Был? Не знаю пока. Ходи сюда! Сюда ходи! Не мелочь, а приятно. Конечно. На безрыбье и это рыба, да, и рак рыба. Подожди, там забиваем это пространство. Рыболовными снастями. Так, совершаем переезд на другое место. Сегодня у нас полевая кухня. Макароны роллтон. Доширак с этим, с тушенкой. Доширак с тушенкой. То да? Барнанка дрямба. И азерчай. Да, и азерчай. Че, давай? Куда тебе накладывать? Завтрак. Это у нас завтрак. Приехали на новое место. Сейчас будем завтракать. Небольшой скромный завтрак, да. На быструю руку. Сейчас все доложим обратно этим. Всю. Всем тарелкам. Пахай, запись того, давай. Будем рыбачить на новом месте. Вода темная, очень грязная. Потихоньку только начинает очищаться. Вот. Видно вон дно. Я сейчас прошел вон туда и там увидел линка. Убегающего. Уплывающего. Вон оттуда. Откачиваем воду. Так, здесь у нас главное оружие рыбаков. Без этого оружия не получится ничего поймать. Ничего у вас не получится без этого оружия.
вооружены и очень опасны. Да и этот охт. Поймал. Ленка поймал. Хорошего поймал. Хороший взял. О! Аж красноватого цвета. О! Ребята, я отличился сегодня. Сегодня я отличился. Жалко, не успел заснять поклёпку. Но поверьте, это было классно. Посмотрите на форму линка. Он довольно худоват для своего возраста. И посмотрите, какой у него рот. Вот, видите, у него немножко скривление. Какая-то травма, видать, была раньше. Поэтому у него такой рот не закрывается. Вот. Ну все, взяли. Пусть лежит. Потом почистим. О, Владислав Дмитриевич, красавчик. Главное, не тормози. Вытаскивай. Что там? Ну-ка, Дмитриевич, давай. Мы в тебя верим. Хорошего взял, а? Хорошего взял. Ну вот, потихоньку вот так вот. Рыбалка начинается, походу. Ага. О, хороший взял, а. Так его. Надо его подсекать сразу. Ух!
Ху-ху! Чемпион! 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 Отлично! О, земля тайка тут дает. Сейчас поставим тут сучок. Пускай рыба попадается, которая будет спускаться. Что там, камушки всякие. Вот есть хорошее место. Сик. Сига взял. Красивого. Красивого сига взял. Красиво. О! Колебалка. Чукучаны нужны, чукучаны. Ох, какой красавчик попался, а. Ох, какая красота. Сразу не отходя от кассы, разделать.